склонить голову у вечного огня, возложить цветы и минуты молчания почтить память тех, кто боролся за нашу независимость. Эта дань уважения воинам, павшим в Великую Отечественную войну, остается неизменной. С такого уже традиционного ритуала и началось закрытие совместного российско-белорусского проекта «Багратион» в городе над Бугом, посвященного 80-летию победы на Курской дуге, 80-летию молодой гвардии Краснодонской и году исторической памяти Республики Беларусь. Мы проехали Курскую область, Орловскую, Брянскую, уже приграничную с Белоруссией область в Республике, в Российской Федерации, и заехали в Республику Беларусь, начали наш маршрут с Гомельщины, потом город-герой Минск, и вот сегодня финалом марафона является Брест, город-герой. После традиционного возложения в Музее обороны Брестской крепости состоялась тематическая встреча «Россия и Беларусь вместе на защите будущего». Лейтмотив диалоговой площадки – сохранить великую историю двух государств, не предать забвению память предков, отстоявших наше право жить на свободной земле. Сегодня, когда в мире сложная геополитическая обстановка, когда сносятся памятники, переписывается история, когда громыхают взрывы, нужно вместе противостоять всему этому. Ваши ребята бывали неоднократно на сменах нашего центра и отличались всегда огромным позитивом и патриотизмом. И сегодня, когда мы прибыли на Брещину, мы поняли, почему эти ребята именно такие. У них отличные педагоги, у них отличное историческое сохранение нашей памяти. Мы очень рады, что нам удалось встретиться с молодежью Курска. Это очень важно для нас всех. Мы делаем одно общее дело – и движемся в одном направлении. Молодежь Беларуси и России помнит и чтит события прошлого. Участники марафона в ходе встречи обсудили вопросы подготовки празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне и поделились опытом патриотического воспитания. Сегодня, когда против союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь развязана информационная война, и одно из главных полей битвы снова – это история Великой Отечественной войны, важно всем вместе сохранить нам историческую память и сохранить память о тех событиях, тех героических событиях, которые произошли у нас на территории Российской Федерации и здесь, в Республике Беларусь. Ведь история Великой Отечественной войны – это один из тех многочисленных эпизодов нашей единой общей истории. После посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» ребят ждал отъезд домой в Курск. Однако, несмотря на расстояние, совместная работа молодежи, бесспорно, будет продолжаться.